Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Передо мной находится устройство Amazon Fire 7, и сейчас я покажу вам, как выйти из режима recovery на данном устройстве. Итак, для того, чтобы передвигаться в данном режиме, мы используем кнопочки увеличения, уменьшения, в общем, кнопки громкости, а для выбора кнопочку питания. Итак, нам нужно выбрать Reboot System Now. Нажимаем и ждем, когда устройство перезапустится. И таким образом устройство перезапущено, и мы вышли из режима recovery. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.